Симадзе, и это игра GTA 5. Так, приехали. Сегодня мы, короче, продолжим работать вместе с Соломоном Ричардсом. Одну секунду. Сообщение какое-то. Блин, ладно, потом. Закончу запись потом. В общем-то говоря, вызываем такси и едем к Соломону Ричардсу. А еще я, кстати, жестко сегодня опозорился. Я сегодня Детройт еще снимал. И когда я его выкладывал, случайно выложил последнюю серию по GTA 5. Последнюю, которую я выкладывал вчера. Один человек посмотрел уже. Но там была превьюшка Детройда и название Детройда. Опозорился, короче, кликбейт получился, но я это видео перезалил потом, разумеется. Так, в смысле, давай. Еще Лестер сказал, что надо встретиться на швейной фабрике. Будем обсуждать дело по поводу ограбления. Сейчас, одну секунду, я тут отвечу. Блин, ладно, Лёха, я закончу, потом отвечу. А, я думал, эти ворота не откроются, ну ладно. О, чё это они делают? Наступило время какого-то старого мудака. Да ты просто герой. У нас был договор. Все бумаги. О, отвали, Джани. Крутые парни. Избили пожилого человека совсем, что ли? Он сам виноват. У нас с ним договор. Почти, пожалуйста, разберись с этими козлами. О, с удовольствием. Этот старик в ответ и вмазать может. А, сначала мы надрали ему задницу, а теперь его убить надо. Прикольно. Используем бомбу-липучку. Блин, да что ж так лагает, а? Писали в комментариях, что ты типа такой плохой, у тебя все тормозит. Блин, это не моя вина, у меня... Недостаточно мощный не суперский же компьютер, как у Куплинова, например, или всяких этих других. У меня без записи не тормозит, с записью-то точно тормозит. Так что извините, но гадости писать не надо в комментариях. Если не нравится видео, можете поставить дизлайк. Ой-ой-ой, как лагает. Как лагает. Промахнулся. Промазал, да что ж такое? Вот так-то. У меня всего лишь паралич, а ты вообще ничего не чувствуешь. Вы задаете легкие вопросы, это бегущий по горлышку. Ну, кстати, с теми парнями тоже произошел несчастный случай. Майкл, если бы мы встретились лет 20 назад, я бы сейчас бы не был в таком дерьме. Послушайте, это нелегко, но вы могли бы сейчас снова приехать на студию? Хочу вам кое-что показать. Конечно, хочу посмотреть. Да, конечно, сейчас буду.
Блин. Чувак Рокко успел пострелять меня немного. Заходи. Заходи. О, спасибо, 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 спасибо. Значит, я все-таки гожусь для кинобизнеса, да? Друг мой, вы сентиментальный бандит. Без актерского образования вам абсолютно нечего сказать. Так что вы идеально подходите для этой работы. Ну ладно. Теперь помолчите и взгляните на это. Продюсер Майкл Де Санта. Ого. Офигительно. Приятное чувство, да? Наконец-то я чувствую, что чего-то добился. Что-то сделал. Фильм? Добро пожаловать в шоу-бизнес. Отныне реальными для вас будут только иллюзии. Ладно, Майкл, пойдемте. Покажу вам кое-какие пробные кадры. Надеюсь, вам понравится. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение. Привет, Аманда. Хотел сказать, что наконец-то взялся за ум. Снимаю кино. Настоящее кино. Позвони мне, ладно? Так, сохраняем. Ух, теперь, наверное, можно и отправиться к Лестеру. Где он находится? На швейной фабрике находится он. Давайте вызовем такси и съездим туда. Так, где у нас номер? Садись. Поехали. Сейчас, секунду. С Лёхой из канала «Чего хочу врать, то врачу», переписываюсь тут. Так, вот и швейная фабрика. Давайте, пойдемте. Что происходит? А, я просто наслаждаюсь небольшой дискуссией. Понимаешь, у нас намечается кое-что очень нехорошее. Мне нужно изобразить из тебя текстильного магната, так что вообще все производство прекратить. В Америке ничто не вызывает больше подозрений, чем тот, кто реально готов сделать что-то толковое. О, господи. А у тебя что? А. Да, Тревор, кстати. Проблема у нас. Брэд. Ну да, что еще? С федеральным хранилищем у нас теперь все равно не выгорит. Без него мы ничего не сможем добиться. О, вы здесь, какое счастье. А где твой дружок Стив? Направляется сюда. Да, не здесь. Короче, сейчас все накроется одним интересным местом. Это то самое место, на котором всю жизнь висит. Нашел, чем удивить. Для меня это дело. Я сделаю так, чтобы мистер Лентяй вам ответит. А если мы не решим? Тебя тогда ждет тюрьма, а тебя пуля. Да. О, он вам все рассказал? Разумеется. Он сказал, что если мы сделаем то, что ты говоришь, то мы вместе одолеем страшного серого волка правительственной коррупции. Да, если нет, то нам всем вилы. Потому что управление не дремлет. Да, в нашем родном бюро нашлись идиоты, которые сомневаются в моих методах. Я, мол, обманщик, изменник, убийца какой-то, еще и вор. И чё? А то, что они явно что-то знают. Вы, ребята, разведайте, что именно. Так чего ты хочешь? Чтобы Лестер влез в систему и все там подтер почистую? Нет, так не получится. Да, зашибись просто, доступа нет. Майкл, давай так. Ты мне окажешь неоценимую услугу, а я прослежу, чтобы твое досье на тебя исчезло. Обещаю. Ну ладно. Мы все сделаем и будем стоять в полном расчете. Точка. Разумеется, я человек слова.
Дэйв, погнали. Давай, Лестер, пошли. Удачи, джентльмены. Кстати, Тревор вернул машину мою. Веди нас к зданию ФРБ. К стоянке. Да. Ну что, у тебя есть идея, как это все провернуть? Вообще-то нет. Думаю, сначала мы поищем способ попасть в здание. Попадем внутрь через парковку. Нет, подождем, пока выйдет уборщик. Ой, блин, опять тормозится. Короче, перед ограблением федерального хранилища мы будем еще проникать в здание FIB. Кое-что надо оттуда забрать. Мы на месте, теперь ждем его. Да, я не могу оглядываться нигде. Нет, это не его машина. Что ты думаешь про всю эту фигню? Либо они убьют тебя, когда все закончится, либо ты и дальше будешь заниматься этой фигней, и мне придется тебя убивать. Это сделают другие. Ну да, верно говоришь. Вижу движение. Нет. Вообще не похож номер его. Еще одна машина. Нет, тоже не похож. Сложно заставить себя заниматься работой ради свободы. Свобода бесценна, ребятам ты правда не проймешь этим. Я попрошу мистера Хейнса сделать все, что нужно. Главное, чтобы у нас бабки появились. Ну, еще будут машины, о. Вот, это он. Держись сзади, не дай себя обнаружить. Что будет, когда этот парень приедет туда, куда хотел? Получит выгодное пособие. Даже не знаю, это жуткий то ли изложение фактов простое. Ну что хочешь, то и будет. Да, офигенные колеса. Эй, будь любезен, убери на минутку этот телефон или планшет, что там у тебя. Нефиг в сети рыться, пока мы за ним следим. Но это по работе. И, ну да, я бы предпочел, чтобы никто не отлынил. Ты хуже, чем мой сын. Если хочешь проникнуть в штаб-квартиру ФРБ на западном прибережье, одних номерных знаков уборщика тебе не хватит. Так что пока держись у него на хвосте и не виляй. Мне надо парочку вещей обдумать. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Не люблю вообще вот эти вот задания, где надо... Где надо дистанцию соблюдать. Просто терпеть не могу эти задания. Причем этот уборщик едет по правилам. А это все замедляет. На красный останавливается. Это сильно замедляет движение. Блин, вообще офигенные колеса. Колеса богатого человека. О, поехал, все, поехали. Как так быстро загорелся зеленый, обратно красный? А, там еще один красный загорелся. Зашибись. Куда ты повернул? Ну вот что за идиот, а? Ну вот куда он поехал? Еще и с задним ходом поехал. Странные какие-то люди вообще, а? Так, все, обратно. Теперь поехал.
Ну, загорелся зеленый на пару секунд, сейчас опять красный загорится. На минуту. Так, главное, чтобы он опять не загорелся сейчас красный. Нет, не успел загореться. Ну ладно, тогда. Ой-ой-ой-ой. Да, можно посмотреть на Лестера. Можно посмотреть, что в машине. Нельзя ни в коем случае сигналить сейчас. Да не кричи там ничего сзади. Блин, вот целую минуту горит красный свет, а зеленый свет горит секунды 2-3. Это ненормально, конечно. Ну, секунд 10, ладно, наверное. Нет, больше. Он останавливается, притормози чуть-чуть подальше. Сходи, поздоровайся, Харви Молина. Эй, Марлин, как работает кабельное подключение? Да прекрасно, прекрасно. Извините, я спешу. Ой, нельзя к нему подходить. Надо в дом зайти к нему. Ого, ничего себе волосы, какие огромные. А меня не угостишь, Харви? Ты кто такой вообще? Я тот, кто тебе нужен. Я дам тебе деньжат, все, что ты должен сделать, чтобы взять отпуск на некоторое время. Сейчас, да, обработается и будет. Так. Попрекаю немного. Короче, не скучай, возьми отпуск. Я займу твое место работы, он сказал. Короче, теперь притворимся уборщиком. И таким способом проникнем в это здание. Теперь отвези меня на фабрику обратно. Приехали. А, вот тут машина Франклина стоит, значит, тут и Франклин, наверное. Что случилось, дружище? Да Стив Хейнс. Ну, ясное дело, он, конечно, дебил. Кто же еще? Ну, не скажи. Есть варианты, Стив Хейнс или Тревор? Или его семья, кто там из них? Всегда кто-то из них, конечно. Я жирный старый козел. Семья у меня паршивая, друзья, ни к черту. Я же говорил тебе, Франклин, я не образец для подражания. Да ладно. Или с тобой травку толкать. По-любому под пулями ходишь. Да, спасибо. Надо что-нибудь разузнать о знании ФРБ. Уязвимое место. Подход такой. Надеюсь, мне не придется там участвовать. Ну, пока никто никуда не отправляется, ни вы не переживайте. Надо немного информации собрать. Нужны строительные чертежи? В сети их нет нигде. Их придется раздобыть бумажные копии. Имя архитектора Чип Питерсон. У него офис в Блэкон-стрит. Ясно. Франклин, проследи за ним немного, потом обсудим. Осторожнее там. Так. Выполнено. О! К Майклу
можно прийти к Майклу. Давайте, собственно, это и сделаем. Чтобы быстрее доехать, воспользуемся такси. Можете прислать такси побыстрее? Конечно, сейчас машина приедет. О, отлично. Короче, мы после этого решили отдохнуть. Возвращаемся к себе домой. И так далее. На следующий день. Эй, привет. О, что? О, здорово. Слушай, прости, что я тебе эту дрянь подсыпал. Иногда на меня находит, я просто не могу себя контролировать. У меня куча всяких проблем. Моя жизнь полное дерьмо, и я не знаю, чего от нее ждать. Но должен сказать, что я тебя люблю. Похоже на всякую слезивую хрень, я бы сказал, что попахивает голубиной. Но если кто-то из парней мне не нравится, это не значит, что он гей. Знаешь, иногда ты ведешь себя как настоящий псих. Совершаешь дерьмовые поступки. И я не знаю, любят ли тебя. Но совершенно точно. Я все же расстроен, что мы с тобой редко видимся. Ты никчемный алкаш, но ты все равно мой папа. Знаешь что? Никто мне никогда не говорил таких приятных вещей. Так ты купишь мне машину? Чё? Я не в том смысле. Просто спрашиваю тебя. Ну, во-первых, я толстый засранец, потому что ты испортил некоторым жизнь. А во-вторых, я найду работу, брошу курить, всякую дрянь. Тебе же этого наверняка хочется. Я тебя тоже люблю, сынок. Но тебе придется пойти работать, потому что у меня нету денег, чтобы купить тебе машину. Кроме того, через пару недель я, вероятно, погибну. Ты только не умирай, пожалуйста. Знаешь, хорошо, что мы с тобой увиделись. Да. Слушай, а как там твоя мать? А, все отлично. Но она, конечно, не скучает. С этим Фабиеном, страстным мужчиной, она продолжает вести роман. О, извини, я тебя дразню. Она на тебя злится, конечно, но все же боится, что ты умрешь. И хочет, чтобы ты пришел и доказал, что она тебе не безразлична. Лоу, ладно. Я понял намек, погнали. Захватим Трейси по дороге. С Трейси все тоже не так просто, она звезда. Ну, что-то вроде того, точнее. Думаю. Да, машина телепортанулась сама по себе. Так, сейчас, секунду. Ну, с этим вирусом просто много кто либо не верит в него, либо просто видео к нему надоели уже. На эти дизлайки мне пофигу совершенно. Опять писать продолжает. Ой, блин. Из-за дерева не увидел. Well,
Да, господи. Сейчас. Окей. Фабиен тоже здесь. Никакого кофеина. Подумайте, а почти целый месяц запоры. Можешь чуть-чуть меньше изображать себя наставника и чуть больше любовь. Нельзя ли потише, а? Я тут сценарий пытаюсь написать. Тихо. О, привет, Аманда. Фабиен. О, Майкл. Ну и парочка, просто идиллия. Эй, наверное, срут годик пару раз. Это мой сын вообще-то. Пошли, Аманда, пришел заказ. Слышь, приятель, я тебя по-хорошему прошу, обращайся с моей женой поуважительнее, бля. Тебе не следует есть мясо, оно блокирует потоки энергии. Я желаю, не желаю больше этот бред слышать. Кажется, я один раз тебя просил уже. Майкл, врежь ему, пожалуйста, а? С удовольствием, дорогуша. У меня там законченная работа почти. Это только цветочки, братан. Он жив? Да, он в порядке. Слушай, Аманда. Я хочу... Должен поговорить с тобой. Знаешь, я... Мам, он хочет сказать, что он жалкий алкоголик, который нуждается в тебе. И что ты заслуживаешь большего, чем модный инструктор йоги, зацикленный на своем анусе. Заткнись, блин. Думаю, можно попробовать. Еще один шанс у нас есть. На нейтральной территории, только в офисе доктора Фриндлендера. Ладно, давайте там соберемся, я привезу Трейси. Тебя встретить? Да. Хорошо, эй, ты, давай вставай, дебил. Йога? Нет. Никакой больше йоги. Так, ты ведь знаешь, где твоя сестра? Поехали. Постой, что, даже не выпьем? С хорошей дозой кофеина и свиного жира. Нет, в другой раз. Я бы не отказался бы, конечно, но не сейчас. Тату-салону? Зачем? Трейси что, делает новую татуировку? Да нет, там мы Лазло. Лазло? Опять этот ублюдок? Чё ему надо? Это не ему, это Трейси надо. Она хочет вернуться в стыд и славу. Вы же с дядей Ти оборвали ее карьеру. Мы можем помочь. У вас с мамой все прошло нормально, не так ли? Все, что заканчивается разорванный барабанный телефон КФБН, меня полностью устраивает. Это я имел в виду у меня с мамой, и мне кажется, это важный шаг в направлении. Ты же понимаешь, да? Да, я понял все, что ты имеешь в виду. Вот и татушный салон. Мне нужно что-то такое, чтобы готовило, что я способен. Но в постели мне нет ровно. Так что послушай, детка. Не хочешь попасть в войну, ты должна быть готова на все. Даже если это все. Депрессивный почти же алкоголик, который ведет шоу популярности третье по популярности. 40-летний. Значит, ты возьмешь меня в шоу, если я сделаю вот это? Ну да. Еще одну черную помаду, малыш. Любит готический... О, Лазло. О, у меня в мыслях ничего такого не было. Джим, найди татуировщика и задержи его. Скоро Лазло потребуются некоторые косметические услуги. Не дергается живописец. О, ты чё, ты мне палатку что ли строишь? Ну ты псих, конечно. Блин, ты сделал из меня хипстера. Рот мне, ноги, конечно. О, блин. Красота, не так ли? А теперь от этого сейчас избавимся. О, господи. Что папочка номер два на это скажет, а? Давай не будем его в это вовлекать. Prison Rain!
Только не эту бабскую фигню надо мной, пожалуйста. Ты хочешь сделать из меня... Ну... Я сейчас три лобковых волоска еще навью. Ничего себе, блин. Кошмар какой. Да-да, сейчас еще и зеркало поищу и разобью оттуда башку. Чик-чик-чик-чик. О. Моя фирменная фишка, мой хвостик. Теперь мне нужен парик. Теперь нужно сделать то, чего хочет моя дочь. Держать свой стручок подальше от нее. Это была шутка, я же клоун, грустный, одинокий клоун. Слышь, ты дашь ей роль в своем шоу, позаботься о том, чтобы она прилично выглядела. Понятно тебе? Мне есть влияние, но я не волшебник. Ты сделаешь это, понятно? Да-да. Стараюсь. Ладно, Трейси, пошли. Нас ждет психотерапевт. Я позвоню еще раз, если что, ладно? Да уж, вашей семейке точно психотерапевт нужен. И как я выгляжу теперь? Фигово, да? Да. Майкл, дети, пошли внутрь. Никаких ссор. Ао, Аманда. Рад тебя снова видеть. Майкл? Какая встреча, мы. Здорово. Правда? Здорово, не так ли? Майкл, давай позитивнее. Да я позитивен. Именно это я и... Майкл, перестань уже, наконец. Твой сарказм... Одна из причин, по которым мы расстались. Это ниже твоего достоинства. Нет, Аманда, это не так. Не трожь мое достоинство. Я не буду ведь твое достоинство. Ты целыми днями работаешь над собой. Совершенствуешься изнутри и снаружи. Но знаешь, процесс идет офигительно медленно. Откуда тебе вообще знать, что такое прогресс? Мошкурник ты странный. Оо, ты постоянно ноешь. Да, я все это время ною. Прекрати убивать людей уже, наконец, а? О, Майкл, пожалуйста, прекрати подвергать меня опасности наших детей. Ты убиваешь людей, а потом греешься на солнышке, да? Пьешь, терзаешься чувством вины. Это не работа. Что ты жалуешься, когда получаешь деньги в сраном банке, а? Посмотри правде в глаза, Аманда. Мы с тобой белая чепухня. Настолько этому и учили. Майкл, у тебя нет точки опоры, тебе нужна точка опоры. Может... Ты у меня сделаешь вот это? А? А впрочем, нет. Сначала нам обоим надо обрести точку опоры. Ну ты мерзкое животное. Ты совсем спятил. Нет, разумеется, но разумеется, я спятил. А как иначе? Ну тупой говнюк. Давным-давно надо было тебя под замок сдать. Ну попробуй, попробуй. Я отправлю тебя туда, куда и всех остальных. На кладбище, бля. Ну вот, время нашего сеанса подходит к концу. А? Просто офигеть. Я считаю, что мы добились определенных успехов. Йо, Майкл. Надеюсь, это и так очевидно, но... Семейная психотерапия дорого стоит. Вдвойне. Ну да. Да что еще? Поедешь со мной домой, а? Ну, попробуем. Не, потом отвечу, Лёха. Дети. Ты отвезёшь нас домой? Да, конечно. Только это... А, это не сильно, это далеко. Дети, посмотрите комнаты, если найдете там трупы или кого-то другого, Тревора, мы заселимся в отеле Rockford Hills. Нет там ничего такого.
А Тревор сидит и прохлаждается где-то. А, снова в живых только я и остался. Ладно, друзья, на этом все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы, а еще на группу ВКонтакте. Всем пока.